Привет, первокурсники! Еще совсем недавно вы были обычными и неприметными абитуриентами. А сегодня вы уже студенты одного из лучших университетов мира – Запорожского государственного медицинского университета. Кто-то из вас еще не чувствует себя студентом, кто-то осознал это, проснувшись сегодня утром, а кто-то еще несколько лет назад знал, что будет учиться именно здесь. Что ж, впереди вас ждет интересная пора больших радостей и маленьких разочарований. Теперь вы студенты. Общайтесь со своими однокурсниками, одногруппниками. Вы даже не представляете себе, что вам придется вместе пережить. Поступить в университет еще полдела. Посещение всех пар, как лекций, так и семинарских занятий, обязательно. И каждый преподаватель ждет вас при полном параде. Халат, шапочка и сменная обувь. Ну, примерно вот так. Недопустимо носить грязный халат. И да, девушки, университет – это не подиум, и не каждый преподаватель оценит ваш стильный топ и мини-юбку. Парни, не нужно пугать окружающих своими волосатыми ногами. Вы не снежный человек в халате. Пропуски по неуважительной причине оплачиваются и отрабатываются. Учеба в ЗГМУ – как «Игра престолов». Никогда не знаешь, кто покинет ее следующим. Поэтому работай на полную и будь готов ко всему. Старайтесь никогда не опаздывать на пары. Даже чуть-чуть опоздав, вы можете потерять логику и не разобраться в материале. Если какой-то материал остается непонятным, не бойтесь задавать вопросы преподавателям. Как правило, они рады помочь вам. И даже если случилось горе, первая двойка, надо сделать перерыв, скушать шоколадку, подучить тему на завтра и доказать преподавателю, что эта двойка царя недостойна, и пойти готовиться на пару, чтобы не схлопотать еще одну. Также рекомендуем вам посетить электронные ресурсы кафедры ЗГМУ, где подробно изложена информация о каждой кафедре и находятся материалы, необходимые вам в процессе обучения. Лекционный материал, литература, расписание. А чтобы на протяжении семестра у тебя не возникало вопросов по поводу успеваемости, существует автоматизированная система управления учебным процессом, в народе так называемый электронный журнал. Помните, школа осталась позади, и следующие 6 лет претендуют на то, чтобы стать лучшими в вашей жизни. Желаем вам, чтобы ваша мечта исполнилась, и вы стали хорошим доктором.